Всем привет, это канал PhysicsAI и DICE. Всем привет. Сегодня мы будем проходить стойкую бурю, это новый режим, который появился, где буря будет очень медленно сужаться, но она будет очень дохрена сносить нам жизней, поэтому она очень плохая, от нее нужно поскорее убегать. Там можно, в принципе, либо с краю начинать, то есть буря-то медленно сужается, и можно спокойно от нее убежать, или уехать на машинке там, или упасть прямо в центр и остаться там и убивать всех. Вот, типа, какой план лучше из этих всех двух? Вот как ты думаешь? Я думаю, остаться на машинке. Ну, типа, сначала с краю начать и доехать до середины. Ну вот здесь машинки, вот я знаю, там в далеком домике каком-то есть, ну недалекий домик, а как это называется, там какой-то отель, что ли? Который высоко, вот на севере, ленивые лунки, во. Да. Там есть машинки, и есть машинки в пышных пальмах, и вообще в пустыне на карте есть. В остальных местах вряд ли можно где-то найти машинки. Где еще есть машинки, ты знаешь? Да нет, они, по-моему, как раз в этих местах только есть. Ну, а тележки, они повсюду, практически. Их недавно убирали, потом опять вернули, потому что с ними баги были, они улетали в космос куда-то. Это вообще было странно. Наверное, пофиксили уже все это дело. Ну, посмотрим. Я падаю. Окей. Вот видишь, вот такая вот у нас зона. И буря сужается где-то, не знаю, 20 минут или полчаса. То есть долго сужается. Наверное, 20 минут. Куда полетим? Доставим закусочную, давай. Ну, давай. Я просто думал, может, китайский квартал, но он, конечно, далеко. Но он слишком далеко. Ну ладно. Попробуем туда. Ты уже вылетел, все. Просто мне на карте тебя сначала не показывали. Я же занимал уже этот Battle Royale, поэтому у меня такой зонтик есть. Ну, я так... Мне он как бы хоть что-то, но ну, такое необычное, поэтому я взял его. А у тебя что там? У меня корабль. Корабль? А, я вижу. Блин, с нами так немало человек. Тут, кстати, бои отрядов, поэтому... Да блин, мне отобрали пушку. Ну как отобрали, ты я убежал. Ты там живёшь? Где там? Я спасать, нет? Не знаю, я пока еще пушку не нашел, но мы практически рядом. Я сейчас в подвал спустился. Нашел патроны. Ну, я нашел этот револьвер. Ну, я снайперку нашел. Так, ну я тут в опасной ситуации, вообще-то лучше меня спасать. Иду. Потому что я в подвале сижу, надо мной там дохрена людей, наверное. Да, они над тобой прям все. Черт. Ну я, конечно, могу еще выбраться, в принципе. Я сейчас вот его так. Убью. Я выбрался. Бой. Он, походу, меня не спалил. Или спалил? Нет, не спалил. Попал. Минус 80. Так, ладно, я к тебе побегу. Меня заметили. Опа, опа. Прыгай. Опачки. Ой, все. У меня всего лишь револьвер. Пытайся в голову попасть. Не попал вообще никуда. Да, блядь, я снял ему. Снял чуть-чуть. Да уйди, а. О, одного нокнул. Nice. А, все, и нас нокнули. Быстро. Надо куда-нибудь... Ну, не знаю, как бы подальше тоже можно, но... Можно в далекий домик сейчас. Ну, там тоже могут сейчас засесть, тоже налететь всякие. Это все-таки бои отрядов, поэтому... Как бы тут могут и четвером играть, и втроем, или вдвоем, и кто-то один даже может быть бегать. Потому что мы не заполняем, мы не хотим со всякими чужаками играть. Там, если
проходишь 7 испытаний недели, все точнее, то тебе дают легендарный скин. Пока неизвестно, какой он на 7-й неделе откроется. А если хотя бы одну не прошел? Ну, придется пройти. Не дадут ты. А, то есть они останутся? Все, да? В прошлом сезоне кого давали? В прошлом сезоне? Да. А, ну, там типа киборга такого, со шлемом. Mm. Ну, ты играл в Watch Dogs 2? Нет. Ну, там есть персонаж, у него маска типа такая. Главный герой? У главного героя? Нет, второстепенный. Ладно. Куда летим? Можно второй. Ну, ты в мясо хочешь? Нет, тут вряд ли может быть мясо. Давай лучше. Если мы в мясо полетим, наверное, будем не выживем. Давай что-нибудь такое среднее. Где. Среднее. Ну, типа с нами будут участники, но не так много. Ну ладно. Погнали. Так, ты чуть-чуть немножко вперед летишь меня. Ну, я, в принципе, сейчас долечу. Так. Ты немного выше меня. Так, у нас вроде никого. Можем сейчас ПКшника убить. А где он? А он там падает на край. А почему ты понял, что это ФКшник? А он... Ну, он не упрыгивал. У меня дробовик и МК. А, то есть его самого выпрыгнуло? Да. У меня дробовик, помповый, ну, это калаш и какая-то ППХ с этим глушителем. Помповый МК. Представь, там дофига будет ФКшников. Да не, он там один, по-моему. Тебе нужна броня маленькая? Давай. На, я тут скину вниз. Ой, чуть не сломал этот какого. А, ладно. А куда вниз? Вот я принес. Я застрял. Спасибо. Ну, кстати, машинка стоит. Ну, если что, на ней уедем. А ФКшника что-то я не вижу. Ты... Где он, по идее? А хочешь к нему сходить? Ну, не знаю. Он вышел, наверное, уже. Ай, ладно, забью на это. Так. Ладно, ты пока машинку забери, я за сундучком. Он там. Я, если что, возле бассейна буду. А, блин, его там нету. Чёрт. А, вот этот бассейн. Тут есть еще одна машинка. Так. Тут есть еще один помповый. И ловушку нашел. У меня для тебя синяя МК есть. Нужна? Давай. А у тебя что? Уже ты с собой взял что? У меня Томпсон и ПП. А где она? За мной. Вот она. О. Принес. На, держи. Чё, ты собираешь бинты? Да. Кстати, в автоматах подешевели ресурсы. Ну да, 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 я видел. Я тогда буду собирать щиты. Окей. Это ты сейчас построился? Да. Там ловушка. Кстати, я винтовку нашел. Я вот не знаю. Ну ладно, я карманный форт у меня просто был. Я его тогда оставлю.
А, это ты был? Гранату Да. куда-то кинул. А, ну все. У тебя еще есть место для чего-нибудь? Да. Винтовка не нужна. О, давай. Подожди, надо еще, наверное, патроны дать от этого, получается, да. Вот они, патроны. Выпей большое зелье. Угу. А, спасибо. Я вот тебе Томпсон скинул. У меня симка. Так. Ну я тогда буду. У меня есть еще прилипалки есть. Я просто думаю, карманы форт взять или перелипалки. Пусть будут прилипалки. Они полезны, если кто-то там застроится. Можно ему покидать. Ну что, будем выдвигаться? Можешь машинку сесть? Сейчас. Ладно, я пока Сейчас выдвигаюсь, вот, если ты машинку возьми. Тут еще поутаюсь ресурсы. Металл нашел. Я нашел большой щит, тебе нужен? Да не, у нас же все уже полное. Ну ладно. Опачки. Винтовочка жесткая. О-о-о-о! Она с тепловизором. Бери. Я уже взял. Причем легендарная. Ой, дробаш еще классный. Еще прилипалки. О, а вот и ты. А у меня трактор есть, видишь, вон. Поехали. О, что-то ты немножко залагал. Ладно, я встану. Все, я встал. О, ничего себе, дробовик. Помпы. Да. Если этим дробовиком попасть в голову, то моментально убьет с фул щитом. Блин, как можно вообще дробовиком попасть в голову? Это как-то странно. Ну не, дробовик же он. Дробовик он. Ну как бы все равно дробовики, они рассыпные такие. Там кто-то вылетел. Не один. Ну да, уж двое. Их двое. Опачки. В тебя попали? А, в тебя не. Ой-ой-ой-ой, вообще. Ай, ты чё меня сбил? Вылезти. Ты чё меня сбил? Придурок, а? Я вижу одного. А, да. Не поднимаю. А, нет, они убили. Поднимают. Так, попал. Да. Так. А, нет, ты его раньше убил. Ну мы так неплохо их раздавили. Ты. Я ничего не сделал. Я? А я кого-то убил разве? И не ты убил? А, так, у тебя 0 киллов? Да. У меня тоже 0 киллов. Я... Значит, тут это еще. Вон он там. Застраивается. Я его вижу. Сквозь все. Пойдем за Рашем. Ну. А нас карту вот. Ну пойдем, ладно. У меня еще что прилипал есть, я ему снесу здание. Сейчас он, мне кажется, будет стрелять. Ой, там еще кто-то есть далеко очень, но я не знаю, если у него снайперка. Ага, там застраивается один челик. Вон там сверху. Далеко, вон там далеко. Видно, да? А, да, он слишком. О, далеко. Я ему снял 37. У него нет щитов. А, это кефир, это кефир. Можно не сильно волноваться. Ой, он в меня не попал чуть. Сзади, 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 двое. Блять, я немножко херово застроился. Нас с трех сторон будут сейчас долбить. Так. А, блять. Заползай сюда. Застраивай, застраивай быстрее. Как тебя убили, а? Меня убил тот, которого я согрел. А ты говоришь кефир, воздух. Кефир, да, кефир. Вон какой кефир, нет, с винтовкой сидит. Это... А где кефир? Кефир вот этот, наверное, который был. Там еще трое сзади шли. Мы девятое место получили, вообще никого не убили. Просто что-то там постреляли в других чуваков.
никто из нас не получил даже киллы. Так еще главное, такой, молодец, ты их убил, говорю, это не я. Такой. Как это круто. Пиздец просто. Я вот не знаю. Просто стреляем в них, все такие подыхают, и говорю. Ты говоришь такой мне, такой, молодец, такой, что такое, ты всех убил, такой, это не я, блядь. У тебя сколько киллов? Ноль. У меня тоже ноль. Вышли на охоту за топ-1 называется. Угу. Давай зарашим, блядь. Нихера зарашили, блядь. Со всех сторон только нас зарашили. Нас выдолбили. Ну, как да, нас выдолбили. Я хотел выбраться, дальше построиться, а у меня, блин, я не успел застроиться. Там чувак застрелил меня сразу же. С винтовки. Ну, нас бы либо убил бы тот снайпер, который на другой стороне озера, да. И либо те трое, которые бежали справа. С ракетницами. Оп, я на дерево запрыгнул. Ты чё, Маугли? Нет, у меня дилда, видишь? А, ты дилда. Дилда Маугли, ты чё, блин? Я не к этому как бы клонил, что просто дилда. Почему вот розовый надо было мне использовать, а? Розовый и зеленый. Такие цвета, блин, красочные. Чё, куда полетим? Ну, они знают, что делать. Можно в приятный парк полететь. Ну, полетели далеко, правда. Да нормально. Сейчас где-то вот через под пруд вот так пролетим. Полетим. Ну, полетели. Хотя, ну, мне кажется, там может кто-нибудь прыгнет, еще там 2-3 человека. Будет хотя бы чуть повеселее. Хотя, не знаю, мне кажется, на озере будет достаточно. Хотя можно и на озере. Нет, я не знаю, блин. Я уже. На озере там снайперки полно. Ну там не обязательно может быть снайперка, как бы. Тут же все рандомно. Или ты думаешь, что все зависит именно от местоположения тоже? И рандом, и местоположение тут. Я вообще почитал, вроде в этом режиме немножко дроп усилили. Типа, получше будет падать, ну, редкости оружия. То есть редкие оружия чаще будут выпадать? Да-да-да. Окей. Хотя мне выпала серая М-ка. Странно. Можешь ничего не искать, я уже все забрал. Ага, все забрал. Я вижу, как ты все забрал, особенно патроны. О, дабл памп. Ты нашел двустволку? Нет. Я просто две помпы нашел. Ну давай мне одну. Ты застал в то время? На. Ты нахрена это сделал? Пошли. Блин, вот эта бомба, она просто не убивает. Свои, как бы... Глупостью, так сказать. Дробовик нужен? Какой? Тактический. Ну ладно, пусть этот будет тогда. Ладно, я тогда наверх сейчас. Так, снизу сундучок. И ППХ. Это ты ломаешь? Да, тут все. Мы вдвоем только тут. Прошлый раз мы тоже думали. Когда прошлый блин, раз? Блин, когда ты шарики достаешь, такой звук. Блин. Наш груз дилда. С дилды к победе. О, я прилипалки нашел. Дилда ули. Так, ну. О, я винтовку нашел еще. Так, надо идти выпить. Щиты? У меня щиты есть, если что. На тебе один хотя бы. Тебе нужны прилипалки? Давай. О, я еще большую банку нашел.
Давай ты выпьешь большую банку, да. Выпивай большую банку, я... Тебе нужен синий дробовик? Да. Давай, я сейчас принесу. О, я нашел эту. На. На. На тогда тебе вот это. О, четко. На тогда тебе вот это тут. Ну ладно. Окей, жесткий размен. Так, тут есть жизки, ну типа бинты. 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 Ты мне хотел щит дропнуть. Ну, щит он внизу есть. Ага. На кухне. Нашел. Не маленький только, не маленький, большой вон возьми. А, ну ладно. Ты уже маленький выпил. Вон так большой. Можно и так. Большой есть. Так, я аптечку нашел. Я брать не буду. Я возьму. Откуда у тебя столько места? Экономия. Не знаю, у меня тут это... Хотя вот не знаю. А, у меня же еще есть место, да. Мне же дробаш вот этот не нужен. Прилипалки нужны? Да. Блин, надо было мне взять аптечку, ладно. Хотя ладно уже. Забирай. Ты где? Вот, вот они. Наверху. А. 9 штук уже. О, 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 о. М-ка. Хорошая. Тут нахрен. Я гранаты еще возьму. Потом поменяю, если найду что-нибудь нормальное. Че, вообще никого нету? Пошли еще вообще. Домик обутаем. Мы тут вообще можем весь город обутать. Весь разломать. Ну, разламывать нет смысла. Я надеюсь, тут нигде ловушки не стоит. Я очень боюсь вот эти... Уйди. Да уйди. Я уже это видел. Так. А что ты не залутал патроны? Наверное, не увидел. Я слышу сундучок. Я слышу, кто-то очень сильно стучит своей киркой. Это ты. Я сейчас ловушку поставлю. А так она меня не тронет. Мы же вдвоем играем. Или тронет. Давай оставим. А? Тебе нужен куст. Куст? Кустик. Мне кажется, не надо. Хотя если... Можно его сразу забинтовать и все. Поздно. Ты уже забинтовал его себе? Да. Ну, ну ладно. Побегай ты с кустиком. Так, где-то тут сундук. Но где? А, на крыше. Ты уже второй дом лутаешь. Ну, потому что тот лутал. Я уже убежал оттуда. Пойду-ка я центр там слутаю. Блин, еще гранаты. Шорт. Ну, и зона к нам уже ведет. Да? Но она медленно, как бы, но все равно лучше уйти, да, подальше. Хотя я особо ее не вижу. Ты, наверное, на карте просто посмотрел так. Она очень медленная. Вон уже на горе. Ну да. Не знаю, можно, конечно, вот это еще подвальчик облутать. Хотя там какие-то патроны еще лежат. Сейчас в нем попадется снайперка. Возможно. О! Так, еще сундук. Я нашел легендарный автомат. Да ну, нахрена типа, мне столько. Который выдает. Есть 375 кирпича? 109 есть. Блин. Если я с дробовика промахнусь, так что сразу стреляй. Мне кажется, где-то вот здесь это будет центр, получается. Вот это место. Но мы туда, конечно, не пойдем сейчас. Это просто как бы я отметил, что это типа центр. И там все будет, ну, сходиться к нему. Примерно. Может, я прям попал в него. Не знаю. По-моему, ты прям попал. Ну, допустим. Ладно. Блин, центр на озере, вот этот фигурик. Я рядом с воронкой. Ой, бежит такой кустик.
Я акустик, ты меня не видишь. Правда, у меня кирка торчит из акустика. Чё? А если мы в портал влетим, акустик останется твой? Конечно, наверное, не знаю. Куда полетим? Куда полетим? В лунки, ленивые? Ты хочешь лететь? Ленивые лунки. Я бы предложил тут остаться, но, видимо, ты очень хочешь. А портал может закрыться, кстати, вроде бы. Да, может. По-моему, трюк использования. А, то есть это из-за использований он закрывается. Mm-hmm. Я слышу кого-то. На каре. Да, где-то там дрифтят на лунках. Можем зарашить? Давай попробуем. Можем зарашить, как раз летя на них прям. Чё, давай решаем. Ну, мы же это скилловые чуваки, да? Ну, я тебя понял. Чё-то далеко как-то. А, они, наверное, провалились, миссию выполняли. Ага, так. На озере там файт есть. Уже стреляются. Тут вот она. То есть здесь никого нету? Ты думаешь, нет никого? А, они под нашей горой были. Серьезно? Да, они уже уехали к озеру. Может, всё осталось? Ну, ленивые лунки тут еще как бы... Ну, я патрончики нашел. Патроны не взяли. Ну, тут что-то есть еще, да. Кто-то, наверное, спешил куда-то тоже. Я нашел банку для себя. Тут можно дерево хорошенько полутать. Ну, у меня что-то зона... Зона сдвинулась как-то немножко. Вот сюда куда-то. Да. Ну, по идее, она вообще-то не должна сдвигаться, но это как-то странно, ладно. Она должна сужаться только к одной точке. Хотя фиг ее знает, может там какой-то небольшой баг, как бы. Там синий дробовик, а у тебя же там тяжелый. У меня же фиолетовый. Тут есть форт. Я, наверное, место... О, деревья валяются. Я вместо гранат форт возьму. У меня прилипало еще 9 штук, дофига просто. Тебе для снайперки патроны нужны? Ну, у меня винтовка есть. А что, у тебя вообще нет ни снайперки, ничего? Нет, у меня дофига патроны есть, 12 штук. У тебя есть место для винтовки? Ну, я... Нет, нету. Нету? Ладно, тогда пусть у меня будет винтовка. Даже там не залутались. Аптечка лежит еще. Опа. Это по нам. Заходим. Кстати, вот эти вот... кто-то едет, кто-то едет. Мы можем Отстрели. Форт поставить. Ставь, 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 ставь. Вон, вот сюда нормально? Ты видишь форт где? Да куда угодно. Да, не, я не вижу. Ну ты же говоришь, куда угодно. Просто... Едут слева. На 176. Я ловушку тут поставлю. Ага. Так, они ушли куда? А, вон они, я вижу их. Опа, одного нокнул. Неплохо. Надо зарашить их. Ребят, надо зарашить, иначе он поднимет его. Или их зона убьет. Это ты открыл дверь? Да. У тебя еще есть форт? В смысле, какой форт? Нет больше. Может, я пойду за машинкой? Ой-ой-ой, да-да-да, кстати. Уже убегает. Блин. Убежал. А, нет, они вдвоем, он успел его поднять. Черт. Зона по 10 вроде ходит. А, там кто-то умер из них. А, то есть они были втроем, что ли? Ну, мне сейчас написало, типа, пропадает в зоне. И еще один. Кустик за рулем. Блять. Садись. Довезите меня до центра. А, нет, там в центре кто-то есть. Ой-ой-ой, все плохо. Все друг плохо. С другом поехали отсюда. А ты че упал? Я упал. Давай. Ладно, валим отсюда, валим. Едем в центр тогда. Ой-ой-ой! Шмаляли. Это что за ускорение сейчас было? А когда дрифтишь, его. Оно накапливается, видишь? Да, я не знал. Так, у них там файт сейчас будет, их 5. Ну всего 5. Так, погоди. Тех двое, нас тех. Трое. А где те, которых мы пытались убить?
Они там сражаются уже. Они же сражались там. Ну, смотри, нас двое и их трое. То есть они все в одной команде сейчас? Наверное. То есть их убили. Блин, печально. Нам придется сейчас воевать. Они с кем-то стреляются. Да, я же говорю, пошли, там, то есть... Пошли, сейчас попробуем убить. Не попал. Они жестко. Да я стреляю с винтовки. Один чувак остался. Наверное. А, да, один. Он один, пошли. Да, погнали, погнали. Прилипалки в бой. Ой, не иди туда, там зона, там. Да, я знаю, знаю. Я прилипалки кидаю. Ты хочешь убить? Да. Ну ладно. Прилипалки. Еее! Я убил прилипалкой. Ууу, красавчики мы с тобой. Хоть я один килл сделал, ну ладно, ну. А я ноль. Ну, весело было все равно, как бы. Как бы я ни разу не получал королевскую победу, но я вроде там 2 килла делал как-то, и все. То есть, как бы, ну, в этом режиме. И потом сдох. Но все равно, все, это как бы успех стопроцентный, как бы. Но да, как бы сыграли, как бы прячась немножко, уворачиваясь. Но это все равно тактика, как бы, понимаешь? Ну, интересно. Было... Никто не сидит на месте, никто не может заставиться. Ну да. Хотя некоторые прыгают прямо в центр куда-то и застраиваются там, и типа сидят. Ну, это такая так. У меня много чего нового всякого открылось. А? Который ехал, челик, ты со снайперки как у него попал? Он далеко очень. Я с винтовки попал, даже не со снайперки. Я просто... Они остановились, что-то начали там прыгать. Я в одного попал. Он вроде там немножечко остановился, и я успел в него попасть. Капец. А, блин, вот только мне не засчитали килл от него, блин. Он же умер от зоны. Фак. Это печально. Еще? Ну... пока не надо, знаешь. Давайте потом как-нибудь в следующий раз. Все, давайте тогда. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, заходите в группу ВКонтакте, там Discord сервер, все ссылки в описании. И всем пока. Давай, говори. Всем пока.